Депутаты Московской областной думы Владимир Шапкин и Вячеслав Фомичев, а также депутат муниципального совета Анатолий Андронов провели встречу с инициативной группой родителей, учащихся лицея номер 14. На собрании обсудили возможность передачи земли, принадлежащей Министерству обороны, в муниципальную собственность. Данный участок располагается рядом с лицеем. В настоящее время здесь работает военный госпиталь имени Бурденко. По мнению родителей, на данном участке возможно возведение пристройки, которая помогла бы в решении проблемы второй смены. Мы первый шаг сделали, приняли, как и полагается депутатам всех уровней, и местному, и областной, вот это предложение. Будем его прорабатывать. Естественно, я как председатель профильного комитета по имущественным отношениям и земельным сделаю запрос в Министерство имущественных отношений Московской области в первую очередь. Также по итогу встречи было решено, что родители учеников соберут необходимые подписи. Уже после запроса в Министерство имущественных отношений области будет рассматриваться вопрос об обращении в Министерство обороны. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.